Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «Э» в этом имени наделяет умением видеть подоплеку событий, изнанку людей. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Представители этого имени – люди чаще всего прекрасные администраторы, организаторы, но им самим лучше также находиться под контролем или, по крайней мере, под сильным влиянием более спокойных и устойчивых людей. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Гуманность, благородство, чувство справедливости, альтруизм, снисходительность, стремление быть полезным – вот их отличительные качества. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Буква «Э» в имени делает людей темпераментными, энергичными, сексуальными. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Энергия владельцев этого имени усиливается или ослабевает в зависимости от их окружения, поэтому им стоит тщательно выбирать друзей и товарищей. Может проявиться желание все грести в свои руки. Возможно, человека трудно будет заставить или попросить сделать что-либо в интересах постороннего или ради собственного духовного прогресса, а как минимум только ради прихоти своего тела. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.